Всем привет, пришло время делать замену щеток на УШМ. Щетки угольные со временем стираются, и они являются расходным элементом. Пора делать замену по таким признакам. Если болгарка то включается, то не включается, или какие-то рывки, посторонние шумы, чрезмерно идут искры вокруг якоря двигателя. А если щетки очень быстро стираются, то есть разные причины. Нужно проверить якорь мультиметром, чтобы сопротивление на всех ламелях было одинаковое. Или проверить статор, там из катушек выходит два провода. Проверяем их сопротивление, оно должно быть одинаковым и не должно быть замыкания на корпус. Еще причина, износились механические элементы, детали в инструменте, подшипники, может есть люфты. Щетки плохо прилегают к ламелям, искрят. Делаем замену, не забываем про безопасность, отключаем инструмент от сети. Я покажу на примере своей болгарки. Есть машинки, где доступ к щеткам немного по-другому, а на такой, как у меня, проще простого. Здесь есть быстрый доступ к щеткам. Откручиваем этот колпачок, он откручивается без усилия, вытаскиваем щетку, вставляем новую и закручиваем обратно. Также делаем с другой стороны. Закручивается легко, закручивается легко, главное не пережать. Проверяем инструмент. Старые щетки могут еще немного поработать. Они стираются на одну сторону, наискос. Можно перевернуть другой стороной, ставить. Еще могут некоторое время поработать, если нет под рукой новых щеток. А если кому было интересно или полезно, ставьте лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!